Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я буду пикировать перчик. Наконец-то до него дошла очередь. Вот. Перчик это декоративный. Здесь уже вот посажена рассада. Появилось два листика, таких, которые уже, при которых можно пикировать. Вот им уже тут тесно. Значит, это перчик сорта конфетти. Я купила в прошлом году кустик один взрослый, и мне так он понравился. У него такие конусовидные плоды. Вот я их собрала, вот это они такие вот красненькие, вот таким конусом они растут на кустике, и когда спеют, от зеленого они, получается, превращаются в оранжевый, потом фиолетовый, потом красный вот цвет. И получается, на одном кустике он компактный, высота у него где-то до 40 сантиметров идет. И вот получается, он кустик усеян вот такими вот плодами разноцветными, как будто на нем действительно конфетти рассыпано. Вот я собрала вот эти плоды. Вот перчик это горький, съедобный, очень хорошо, кто любит там супчик, борщик кидать. Для мужчин особенно. И в этом году попробовала посеять семечки. Посеяла много. Получилось у меня, я думала, что они не взойдут, но взошли. Они просто замечательно. Прямо не ожидала, что они такие все стойкие. Вот сегодня пришло время их пикировать. Я расскажу, как обычно я это все делаю. Здесь я приготовила землю. Земля это уже не покупная, а обычная огородная. Вот. Сюда добавлен перлитик совсем чуть-чуть. Вот. Перчики они не привередливые, они любят, можно им огородную землю. Такая она песочная, она не глиняная. Вот, не сильно, не черноземная, обычная вот наша такая земля. Я ее не сильно мочила, чтобы удобно было насыпать ее в стаканчики. Вот стаканчики у меня сегодня не прозрачные, а такие вот нехитрые. То есть со сметанки, с йогурта, все, что мы кушаем. Вот это все не выбрасывается. И потом, так как у меня большой объем растений, вот мне пригождается для посадки, для пикировки вот таких вот, такой вот рассады. Вот. Здесь я делаю, как обычно, ножничками надрезаю такие отверстия. Можно делать, кто хочет, раскаленным гвоздем. Вот. Ну, ножничками тоже удобно, быстро и хорошо. Так, сюда надо нам еще, чуть не забыла, ложить. Вот у меня накрошенный здесь пенопластик. На дно немножко укладываем, чтобы все-таки земля проходила. Вот. Ой, земля, чтобы водичка проходила через землю. Лишняя у нас хорошо выходила наружу. Чтобы корешки дышали, тоже нужно. Таким способом насыпаем. Добавляем земли сначала немного. И проверяем, что у нас тут. Как нам удобно брать рассаду. Вот перед пикированием надо ее проливать, рассаду, потому что, чтобы хорошо вытаскивались из земли наши растения. Перчик вообще вот декоративный любой, вот горький, сладкий. Вообще перчики очень любят водичку, для них они большие водохлебы, их надо очень хорошо проливать, и они любят солнышко. И буду выбирать для начала. Все это я делаю вручную, как обычно. Мне так легче. Вот я выбираю самый большой, самый крепкий сеянец нашего перчика. Хотя, в принципе, они уже тут у нас могут все жить самостоятельно. Вот так вот я его вытаскиваю. Вот здесь вот корешки, землю не обсыпаем, чтобы все так аккуратненько посадить вот в этот стаканчик. И я уже рассказывала,
в одном видео, что рассаду надо пикировать, то есть пересаживать вот из этих вот общих емкостей в отдельную. Именно по первые листики, вот эти первые листики, это семидольные листики. Это уже настоящий листик идет. Вот нужно заглублять по первые семидольные листики при пикировке. Вот так мы и заглубляем это. Придерживать за листик. Ну, сейчас я уже буду работать руками. Как всегда, мне это легче намного, вот, чем ложечками. Вот иногда работать ложечкой можно, иногда руками. Здесь стаканчики как бы крупноватенькие для этого. Можно сразу насыпать побольше земли и делать углубление. Сейчас вот, вот второй так, наверное, и попробуем. Вот. Немного прижали, чуть-чуть совсем. И перчик у нас готов к самостоятельной жизни. Ставим ее в отдельную коробочку, поддончик, куда мы будем поливать. Опять берем стаканчик, насыпаю немного. Так вот, пенопластика. И сюда так попробую насыпать чуть-чуть больше земли. Вот я ее насыпала. Делать пальчиком, не бояться, сделать углубление и опять взять, выдернуть наш перчик. Вот он такой красавчик. Мы его так садим, придерживаем за листочек, аккуратно вокруг обсыпаем земельки. Я насыпаю не полный стаканчик. Когда он чуть-чуть подрастет, вытянется стебелек. Можно еще досыпать просто сюда земли. Вот, перчик посажен. Распикирован. Так же самое мы продолжаем и со следующими перчиками. Опять же насыпаю земли. Делаем пальчиком углубление и выбираю следующий красивый перчик. Вот он какой у нас. Так вот. Опять же повторяюсь, заглубляю по первые листики семидольные. Вот заглубила. И тут ему достаточно. На первое время ему достаточно так земли. Сейчас еще посажу два перчика, чтобы не занимать у вас больше времени. В принципе, тут все должно быть понятно. Углубление. И опять. Сейчас найдем перчик красивый. Вот он какой. Здесь вообще хорошая система корневая. Отличная. Присыпаю. Земля не сильно влажная. Она такая рассыпчатая. Поэтому удобно ею засыпать. Она не сильно липнет и к рукам. И не сильно засыпает наши, загрязняет наши растения. Немножко прижали и поставили. Вот еще один. У меня еще предстоит работы много перчиков. Я не знаю, там штук 30, наверное, получилось. Так что я уже последний посажу, чтобы было еще раз видно, как это все делается. Вот так. Они прямо тут так переплелись, немножко прям уже запутались между собой. Их уже
давно нужно было пикировать. Здесь тоже корешки хорошие уже. И засыпаю. Это небольшое мини-видео. Я уже показывала, как недавно рассказывала, как я пикирую колиусы из семян выращенные. Так же само можно пикировать помидорчики, рассаду. Не забываем вложить дренажик. Насыпаем земли. Опять же делаем небольшое такое глубокое углубление пальчиком и ищем следующий наш перчик. Вот такой перчик. Усаживаем, углубляем немножко. Прижимаем. Так вот. В один горшочек можно садить, наверное, ну, кто хочет такие пышные кустики, в один горшочек можно пикировать сразу 3 штучки. Вот, например, сейчас я уже покажу. Насыпаем земельки и устанавливаем. Берем один перчик, вот такую красоту ложим, второй и третий сейчас найдем, где что красиво взять. Это маленький, вот этот вот. Вот так уложила все в стаканчик. И аккуратно теперь досыпаю землю и разравниваю так, чтобы они все не касались стеночек и не касались друг дружки. Потом их можно будет перевалить, не можно, а даже нужно будет, потом все вместе, все трое побольше в горшочек. Перчики любят большие горшочки. Такие до 2. Ой, как объяснить? До 2 литров земли. У них мощная корневая система, и им надо большие горшочки для взрослых растений. А эти еще у нас будут пока сидеть своих. В своем детском садике. Вот такие вот 3 получились сеянца в одном стаканчике. Вот, собственно говоря, и весь принцип пикирования рассады. Следующее наше задание — их полить, потому что земля здесь полусухая, вообще почти что сухая. Нужно их хорошенько пролить по краешку. И все. И на первые 2 дня желательно на солнышко не ставить, а ставить полутень. И ждем, когда наша рассада превращается в молодые красивые кустики. Таким же способом я неделю назад пикировала помидорчики. Это помидорчики черри. Я в этом году посадила разные сорта. То есть тут и желтенькие есть, и красненькие, и малиновые, и черные. Буду вот смотреть, что из этого получится. Эти, так же как и перчики, эти помидорчики
можно содержать в наших квартирах, на балкончиках, на подоконничках и получать с них урожай. Вот и все. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Пока. До новых встреч.